Иван Александрович и Лидия Васильевна Коба уже 57 лет смотрят друг на друга вот такими влюбленными глазами. Вместе они воспитали двоих сыновей и дочь, а теперь наслаждаются ролью бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. Чита Коба по праву носит звание золотой семьи и удостоена медали за любовь и верность. А рецепт счастья, по мнению хранительницы семейного очага, прост. Самое главное – ценить друг друга надо. Мне кажется, это самое главное. И не воспитывать друг друга. Вот какой-то есть, такое есть. Вот какого я приняла, такого. Самое главное – любить и верить. День святых Петра и Февронии в концертном зале премьеры собрались десятки семей. Многодетные, молодые, казачьи, золотые юбиляры. Гордость Кубани. А вместе с ними дети, внуки и правнуки. В зале семья главы региона Вениамина Кондратьева. На праздник он пришел вместе с супругой и детьми. Губернатор и владыка Исидор поздравили всех с праздником и пожелали беречь самое главное богатство – семью. У каждой семьи есть своя история и свои традиции семейные, которые мы бережем и передаем. От отца к детям и от детей к внукам. Так вот, в истории и традициях наших семей мы черпаем силы и сегодня. И это смысл жизни нашего народа. Связь поколений, связь традиций, культуры и веры. Для нас очень важно понимать и осознавать, что такой праздник, который мы сегодня с вами отмечаем, такой мудрый подход к жизни составляет суть нашего российского мировоззрения, составляет суть нашей ментальности. Я всех вас поздравляю с праздником. Любите и берегите друг друга. Сегодня Святая Церковь вспоминая святых благоверных Петра и Февронию, муромских чудотворцев. Они не совершали ратных подвигов. Их кончина не была мученической. Они просто достойно прожили свою жизнь, явив образец чистоты и красоты супружества. И за это были прославлены у Господа. Каждый год в этот день лучшим многодетным семьям Кубани вручается медаль «Родительская доблесть». В этом году из рук губернатора и владыки Исидора ее получили 15 семей, а всего с момента учреждения краевой награды – 82. К новому статусу многодетным семьям прилагается и единовременная выплата 32,5 тысячи рублей. Семья – это самое основное, то, что есть. Семья, дети – это счастье. Семья – это, конечно же, особенно многодетная семья – это большое счастье. Это дружба, это опора друг на друга. Для нас любовь со стороны детей, со стороны мужа, понимание обязательно. Семья – это главное достижение для каждого из сидящих в этом зале. Сначала та, в которой он родился, потом, которую создал сам. Поэтому День памяти святых Петра и Февронии для многих еще один повод собраться в большом семейном кругу. Елена Касабова, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.